Выразив благодарность за приглашение на саммит контактной группы движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Антонио Виторино сказал, что это мероприятие создает очень хорошую возможность для обсуждения вопросов, стоящих сегодня на международной повестке дня. Подчеркнув, что между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи, глава государства поблагодарил Антонио Виторино за участие в предстоящем Баку саммите движения неприсоединения. Президент Аргамалиев заявил, что в период председательства движения неприсоединения наша страна выступила с рядом инициатив направленных на дальнейшую институционализацию этого движения. Выразив признательность за эффективное сотрудничество между возглавляемыми организацией и нашей страной, Антонио Виторино подчеркнул важность первой государственной программы Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Он отметил, что исходя из своего опыта, Международная организация по миграции может оказать поддержку этому процессу. Также сообщил, что с момента создания эта структура накопила большой опыт в области возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в различных странах мира и готова поделиться им с азербайджанской страной. Подчеркнув важность создания в нашей стране регионального учебного центра Международной организации по миграции Антонио Виторино сказал, что этот центр внесет вклад в расширение возможностей и подготовку профессиональных кадров как в Азербайджане, так и в странах региона. Отметив председательство Азербайджана в Алматинском процессе на 2023-2024 годы, являющимся консультативным процессом по защите беженцев и международной миграции, Гос значимость этой платформы с точки зрения постоянного диалога и обмена информацией по вопросам миграции. На встрече была отмечена важность увеличения представительства азербайджанских экспертов в Международной организации по миграции и других структурах ООН. Антонио Виторино довел до внимания, что высоко ценит финансовый взносы Азербайджана как новой страны донора в бюджет организации.